Павлик, ты даже не слышишь, что тетя Галя сказала, Павлик, привет. Это Даникина комната. Коридор и проход к Павлику в комнату. Вот тут Павлик наводит свои порядки. Вот сейчас мы пойдем во двор. Посмотрите наш двор. Это пингвины. Это новый модуль. Все, сняли. А выясним двор. Выясним. Вот там выясним завалим. Здравствуй. Павлик кушает арбуз. Я кушаю арбуз. Давай посмотрим. Это наш дворик. Маленький бассейн для детей. Качалочки. Вот небольшие у меня тут цветы по порядку. А тут такой цветочник небольшой. Всего помаленьку. Подсолнухи растут у нас, ягоды, белая смородина, красная смородина, здесь черная смородина. Вот, может, даже ягодки, видите, уже спеют. Вот, и такие подсолнухи у нас большие, но они вырастают в два раза больше. Это только половина их выросла. Это такой сорт. Ну, там у меня огурцы уже все заросло, надо подвязать. Ну, это все всякие растения на огороде. Помидоры, огурчики там вдалеке, лук, ну все, что надо. Немножко зелени. Вот. У нас такая беседка на лето. Мы тут сидим, вечером отдыхаем, ТВ смотрим. Вот. Ну тут у нас дворик тоже дальше. Вот. Сейчас покажу вашу собаку. Собаку называют Би. Вот такое у нас хозяйство. Вот гараж, вот этот дом маленький, там тоже всего инструменты всякие, Венины дела хранятся. Вот и все, что наше богатство. Вот, передаю вам всем большой, огромный привет Наталье, Саше, Вике, Юле, Руфине, Доне, Кате, Свете, Маше, Жене, Игорю, всем родственникам, всем деткам вашим. Вот, мы вас любим сердечно, помним всегда о вас. Вот, и все, кто приехал, мы всегда часто вспоминаем о вас. И, конечно, хотелось бы видеть вас вместе с нами. Но как Бог усмотрит. Вот. Молимся о вас и думаем, что Господь каждого найдет в этом мире, и никто не будет одинок. Вот, желаем вам всего самого наилучшего, и это поздравление, и эта маленькая запись пусть будет вам на память. С Богом оставайтесь, до свидания. Павел, здесь лучше. Тут дядь Венин трак такой. Павел. Это тут Ленина машина. Ну, там их сосед, который траву косит. Женя поехал на работу. С музыкой.
Сейчас мы шли по башне. Назад! Окей. Сейчас вышли по башне. Надо скорость. Зачем? Говорите что-нибудь. Ну что, вот такая вот американская жизнь в самом богатом районе. Скоро будет богатый район. Вот. Мы сейчас проезжаем там, где в районе, там, где я живу. Это задняя дорога, там, где мусорники все собирают. И там, где можно колесками посвистеть. Там, где мало полиции. Ты снимал вообще, когда вы ехали сюда? Нет? Вот тут на углу дом, вот этот самый угловой, тут живет один македонец, Югослав. Для меня он Югослав, а македонец. Вот. Так все нормально. А что ты ничего не говоришь? Что я должен все говорить? Ты вообще не можешь, да? А, ты хочешь, чтобы я говорил с тобой и за рулем ехал, да? Ну тогда мы машины пощелкаем здесь. Это джипок моего зятька. А Лилину машину заснял? Угу. Volkswagen. Чтоб его вообще не было. Вот, я сейчас тебя назад еще отвезу. Она хорошая, на тебе. Спасибо ее. Она как живая.